Так выглядит до чистки. Капнул немножко касторки и немножко вазелина. И втираем таким образом кожу. Так, в конце результат покажу. Да, мелкие дефекты ушли. Всем привет, хорошего времени суток. Проверяю уход за кожей элементарными вещами. У кого нет, кстати, красителей, либо крема для кожи подходящего цвета, можете воспользоваться этим советом. Убрать потертости на коже. То есть кожа станет мягкой. Ну и может быть даже скрыться какие-то дефекты на коже. Я проверю на двух курточках и две барсетки у меня. Вот такая вот пропитка. И гладкокожные такие вот барсетки и курточка. Значит, берем вазелин и рициновое масло. Касторовое масло, то есть. Сейчас будем проверять. Так, выглядит до чистки. Капнул немножко касторки и немножко вазелина. И втираем таким образом кожу. Так, в конце результат покажу. Да, мелкие дефекты ушли. Так, эта сторона, вот сейчас видим вот эту сторону. Тоже берем, втираем касторовое масло. И элементарно, видите, уходят мелкие царапинки вот эти. Так что я вам рекомендую, друзья. Элементарный уход за кожей, у кого нету подходящего крема. Вазелин в любой аптеке. Так же, как и касторовое масло. Так, ну, я думаю, эти две кожи не будем проверять. Сейчас проверим еще на пропитке. Как видите, она очень хорошо впитывает, защищает кожу в дальнейшем и разглаживает небольшие морщины, убирает царапинки мелкие. Так что пользуйтесь. Всем пока-пока.